Сегодня я хочу показать вам такое блюдо – говядину по-китайски с лапшой удон. В тарелку наливаем 200 мл воды и добавляем 1 столовую ложку кукурузного крахмала. Перемешиваем. Далее 1 столовую ложку сахара и соевый соус 3 столовые ложки. 1 столовую ложку бальзамического или рисового уксуса. И 1 чайную ложку горчицы васаби. Нарезаем говядину тонкими полосками и отправляем ее в маринад на 1 час. В это время приготовим овощи. Очищаем и натираем на мелкой терке. Должно быть 2 чайных ложки. Нарезаем мелко чеснок. 3-4 зубчика. Крупно нарезаем 1 луковицу красную, чтобы были крупные перья. Далее нарезаем грибы. Мелко рубим зеленый лук. Одну морковь чистим и нарезаем тонкими слайсами, либо очень тоненькими полосками. 1 болгарский перец полукольцами. На разогретую сковороду наливаем растительное масло. Кладем чеснок, пусть немного отдаст аромат в масло. Потом имбирь, зеленый лук. Пару минут это обжариваем и убираем в отдельную посуду. Далее готовим мясо. Кладем его на сковороду и готовим до полного выпаривания жидкости. Мясо должно быть мягким. Готовое мясо тоже убираем в сторону. В сковороду доливаем масло, кладем перья лука, далее грибы, морковь, болгарский перец, наростки бобов, если есть, и ранее обжаренную зелень. Все это тушим недолго. Овощи должны быть не мягкие, а немного хрустеть. В отдельной кастрюле варим лапшу удон. В овощи кладем мясо и накрываем крышкой. Тушим где-то 5 минут для обмена вкусов. Вот так я буду подавать это блюдо. Мне оно очень понравилось. Советую и приготовить вам.
Приятного вам аппетита! Вэй коу хау!